Тем временем одесские коммунальщики наказаны за демонтаж лепнины на доме Либмана. Штраф в размере 170 тысяч гривен выписан жилищно-коммунальному сервису «Порто-Франковский» областным управлением охраны памятников культурного наследия. Демонтаж происходил в начале апреля, через два дня после того, как кусок лепнины упал на голову прохожему. По словам губернатора, сейчас управление занимается инвентаризацией всех памятников культурного наследия. Велика вероятность, что одним штрафом дело наверняка не ограничится. Для мене, наприклад, було дивом, що протокол на такий великий штраф по будинку Ліпмана, там 170 тисяч гривень, мною був підписаний, накладений відповідний штраф на організацію комунального підприємства 170 тисяч гривень, і це був протокол за номером 1. Тобто цього ніхто не робив.